Станция русской кухни и бодрящий чай с сибирскими травами и ягодами – это то, что заряжает участников ранним утром перед физическим трудом. На традиционную акцию по озеленению города в этом году пришли более 200 человек. Это сотрудники Сбера, партнеры компании и представители администрации Иркутска. Организация активно развивает социально-экологическое движение, чтобы областной центр был еще красивее, а воздух чище. Стараемся вовлекать в это движение вот всех нас. Очень здорово, что уже так традиция сложилась. Как минимум второй год мы вместе. Власть, бизнес, горожане, пенсионеры, дети. Мы все собираемся. Очень много деревьев высаживается. И это действительно так. Чтобы вот не просто всем было хорошо и весело, потому что это праздник. Самое главное, что мы делаем большую пользу для нашего города. После инструктажа участники разделились на 5 групп. Высаживали деревья верхнего и нижнего яруса, березы, смородины, альпийские, пузырнеплотник, Red Baron, лапчатку, Pink Princess, вигелу, форзицию, кизильник блестящий и сирень. В подготовленных местах выкапывали ямки, помещали в них саженцы, присыпали плодородным грунтом, уплотняли и поливали. Всю работу выполнили примерно за 40 минут. Каждое дерево украсили именными деревянными табличками. За всеми растениями будет присматривать администрация города. Сбер озеленяет Лисихинск парк уже второй год. В следующем планируют совместно с благотворительным фондом выбрать новый участок. Должна быть какая-то хорошая традиция отдавать природе. Потому что мы все время берем, а это определенный вот какая-то такой вот энергообмен любви, который очень важно, чтобы был. Ну, это, можно сказать, моральная часть, да, такая вот философская моральная часть этой акции. Ну, а второе, очень важно, каким мы воздухом дышим с вами. И состав воздуха зависит от количества зеленых насаждений в нашем городе. В этот же день экоактивисты Сбера вышли на очистку дна Ангары. Дайверы доставали покрышки, стеклянные бутылки. Чтобы мусор не попадал в реку и не ухудшал качество воды, волонтеры советуют сдавать отходы в пункты приема вторсырья с заботой об окружающей среде. Мы эту работу будем продолжать. Вот сегодня не только мы занимаемся высаживанием деревьев, облагораживанием скверов наших, но и в том числе вычищаем там, где у нас недобросовестные горожане создают несанкционированные места, нашу любимую реку Ангару. Ну и хотелось бы сейчас сказать слова искренней благодарности организаторам, всем участникам. Уверен, что это добавляет всем нам, во-первых, хорошего настроения, а во-вторых, нас делает вместе более дружными, более сплоченными, потому что человек, высадивший деревья, не пойдет его ломать. Дарья Макарова, Сергей Коваленков. Новости сейчас.